Пойдем посмотрим, что там за VIP-кемпинг. Сзади человек банан. Сзади человек банан. Вот это зона платных кемпингов. Иду по зоне платной кемпинга. Народ тут лазит кругом. Опять начинается супер-мега-движняк. Прикольненькие логотипчики. Walt Disney. Вообще лень. Вот и логотипы делаются. Все логотипы придумываются здесь. Microsoft. Microsoft. Логотип Microsoft. Круто. Здесь какие-то картинные галереи, логотипы, люди фотографируются. Очень прикольно здесь. Вообще нереальные замороки. Это какие-то супер картины художников. Хоррор. Хоррор художников. Гнезда птеродактиль. Сделана вот такая выставка местных брутальных художников. Сегодня последний день Брутала Саульта. Ебашит дождь, блядь, проливенный, вообще не прекращаясь. Народ прячется по норам. Как бы не поймешь, сколько здесь сейчас народу, потому что все в каких-то бастионах, все жрут пиво. Опять же, блин, никто на улицу особо ходить не хочет, но истинные фанаты там рубятся возле сцены. Все ждут вечера, когда будет выступать Танкард, Каркас, Напалм Дэд. Ну и там еще какие-то группы прикольные, насколько я помню. А вот орел бутылочный, знак Брутала Саульта. Пойдемте туда. Вот, собственно говоря, вот эта штука, знак Брутала Саульта, сделан из бутылок. Как-то так. Шел тут мимо грязь месил. Слышу, блин, где-то что-то вроде Напалм Рейва долбит. Подхожу, а тут такая тема. Люди в масках крутят музычку крутую. Круть. Еха!
Я, блядь, очень рад, что попал на этот охуительнейший фестиваль. Блядь, картошка чешская, не фастфуд, нихуя. Вон в том соседнем лесу выращена. Вон красный олень, блядь. Рога ему, сука, обломаю. Looking at him on the face, I am weak.
ребята, специально отправляют человека из Праги во Францию, чтобы он наклеил наклейку «Адовый мужик Орлеанс Бенд» во Франции. Пусть наших знают. Вот автобус европейские линии. Леша, всего тебе хорошего. Свежих лягушек там, что там у них дают, я ж не знаю. Устриц там сладких. Чемоданом все как положено. Давай, дядь. Наклею. Сделаю фотосчет. На Эйфелевой башне. Не, я там уже буду. Я буду проездом там. Селфи заебашь. Ну вот и опять Москва. Аэропорт Шереметьево, терминал F. В Праге было тепло. Здесь холодина долбаная. Хорошо, чтобы быть. Я одет довольно-таки тепло. На Брутало Саульте было весело, а здесь все довольно мрачно. Мрачно и уныло. Как-то так. Думаю, в следующем году я опять посещаю Прагу, Яромеш и Брутало Саульте. Эх, здравствуй, Россиюшка. Всем желаю добра и попасть на фестиваль экстремальной музыки Brutal Assault в следующем году. Этот будет год юбилейный. И там, наверное, будет состав очень крутой. Пока.